Всем привет! Вы на канале «Все своими руками», и я хочу с вами поделиться новой своей орхидеей, которая уже отцвела, и что с ней нужно делать. Вот моя новая орхидея, как вы видите. Один ствол сохнет, я ее обрежу, потому что у меня здесь есть детки. Вот одна детка и внизу вторая. А этот стволик, веточку, обрежу. Как вы видите, я обрезала и свечечкой капнула. Она дальше не будет желтеть и сохнуть, стволик. Второй тоже, видите, обрезала, тоже махнула свечечку, и она застыла. Она тоже не будет сохнуть и будет набирать силу и расти. Новые цветоносы. Набираться силы, потому что она отцвела и много потратила энергии. Видите? Вот мы что обрезали, лишнее мы убрали. А это будет расти, набираться силы. Вот такую мы оставили. Она тоже сортовая, белая, я вам раньше показывала. Очень хорошая орхидея сорт. Новая. Это орхидея годик. Я ее не пересаживала. Как купила, так она у меня и растет. Еще год будет расти. Потом я ее пересажу. Тревожить я ее не буду. Потому что она хорошо себя ведет. И пусть растет. И меня радует. А я буду радовать вас ее цветением. Палочку я убрала. Вот. 100% гуалиту. Гуалиту. Фалая нова. Вот это моя орхидея такая. Тоже сортовая, высокая, беленькая. Если мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.